Я вижу то, что многим незамечено. Сказать бы, да его и слушает никто. Вон там у трапа лайнера чья-то женщина стоит манерно, кутается в манто. Изгиб ее бровей невозможно тоненький, ее чудесный профиль ясный фас. Такой ее для кино и фотохроники запомнят сотни кино и фотоглаз. А вот и он народом любимый искренне, легки его седины, что облака. Она еще глядит голубыми брызгами, она рукою машет издалека. И вверх по трапу, как по небеса лестнице, и мех с плеча волнуется и скользит. На всех экранах главной вестью светится у первой леди дружественный визит. Нет, нет, Господь, не надо, позволь проститься им прощанью по регламенту полчаса. У тех, кто скоро станет его убийцами, сейчас едва ломаются голоса. Ура! Орут дискантами и фальцетами в стране своей не пасынки, но сыны. А там подымут голос над всей планетой и станут избавляться от седины. Они пройдут, ликуя и мародерствуя, они в борьбе подымутся как один. А что свобода хочет, хотя и черт бы с ней, разбитых судеб слов черепов витрин. Еще один лелеет свои амбиции. Вперед, народ, за что я тебе плачу? И снова бой у власти и оппозиции. Сказать бы,